В Рязани открылся новый центр клинической ядерной медицины MedTechnology. Здесь пациенты смогут записаться на прием к врачу по профилю ревматология, где им будет назначено необходимое лечение. Узнать подробнее о новой клинике и отделении ревматологии, а также выяснить, в каких случаях пациентам нужно незамедлительно обращаться к врачу-ревматологу, нам поможет заведующая отделением Елена Александровна Долженкова. Пациенту необходимо обратиться к врачу-ревматологу, когда его беспокоит боль в суставах, появляется необоснованное повышение температуры, либо изменения в анализах крови, повышение СОЭ, С-реактивного белка и ревматоидного фактора. В этих ситуациях нужно незамедлительно обратиться к врачу-ревматологу. Но существуют и более хронические проблемы. Это боль в спине, хруст в суставах. В MedTechnology прием к специалистам ведется по предварительной записи. Здесь оказывают грамотную и квалифицированную медицинскую помощь, где действуют единые стандарты качества оказания услуг. К врачу-ревматологу MedTechnology могут обращаться пациенты не только с диагностической целью, но также пациенты, получающие базисную терапию. Эта терапия, она сопряжена с высокими рисками осложнений, поэтому пациенту нужно посещать доктора не менее одного раза в 3 месяца. И этим мы будем заниматься в центре. В Центре клинической ядерной медицины MedTechnology прием осуществляют сертифицированные врачи-ревматологи, прошедшие дополнительное обучение и подготовку по осуществлению терапии генно-инженерными биологическими препаратами, внутрисуставным манипуляциям. Прием организован с учетом эпидемиологической ситуации. Соблюдены все меры предосторожности. Пациенты максимально разделяются потоки пациентов. Используются современные рециркуляторы, которые обеззараживают воздух в помещении круглосуточно. А также используется уборка помещений, влажная уборка антисептическими растворами каждый час. Новая федеральная сеть MedTechnology – специализированные медицинские центры в регионах России. Здесь созданы все условия для предоставления доступной, качественной и высокотехнологической медицинской помощи населению. Теперь Центр клинической ядерной медицины MedTechnology открылся и в Рязани. Записаться на прием к специалистам можно на сайте, а также позвонив по телефону горячей линии +7 49 12 57 58 84. Центр расположен по адресу Заводской проезд, дом 1. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».